в рамках послания нашего президента все больше и больше внимания уделяется именно науке, ученым, поскольку любой прогресс технологически невозможен без наличия своих специалистов, своих ученых, которые будут продвигать, разрабатывать, готовить кадры. Это все крайне необходимо. В этом году, например, было объявлено сразу 3 конкурса. Грантовое финансирование для молодых ученых и ЖАЗГАЛЭМ. Кроме этого, результаты вышли по программно-целевому финансированию. Вышли такие проекты крупные, как мегагранты. И я уверен, что буквально следующие 3 года будут переломные для Казахстана, для казахстанской науки, где мы сможем как можно больше инициатив не только своими силами учеными, но и в партнерстве с зарубежными учеными получить шикарнейшие результаты.